В аул Калжан Ахун провели природный газ. Аким области Нурлыбек Налибаев разделил радость жителей. Для жителей аула это долгожданное событие. Природный газ намного облегчит полную хлопот сельскую жизнь, освободит от забот о заготовке дров и угля, от топки печей. Это была многолетняя мечта сельчан. Мы безмерно благодарны президенту за особое внимание к газификации аулов, а также акиму нашей области, который дал обещание до конца года подключить газ и выполнил его. Мы счастливы. Калжан Ахун первым среди аулов района получил природный газ, но в ближайшее время будут подключены еще два аула. Сейчас еще в двух аулах начались работы по подведению газа. В будущем мы будем приумножать эти работы, потому что это очень нужно. Дорогие земляки, поздравляю с подключением аула к голубому топливу. Пусть и в другие аулы придет газ. Приложим общие усилия, чтобы довести показатель обеспеченности газом с 75 до 100%. Далее в райцентре глава региона и руководители правоохранительных органов провели прием граждан. Гаухара Япова одна воспитывает двоих детей-инвалидов, стоит в очереди на квартиру, а пока приходится снимать. Все это ей не по силам, поэтому она обратилась за помощью к Акиму области. С приема женщина вышла окрыленная. Я состою в очереди на жилье, как воспитывающая детей-инвалидов. Только что Аким области сказал мне хорошую новость. Он сообщил, что мне дадут жилье в районе до конца года. Я очень счастлива. Таким образом, часть вопросов нашла решение на месте. Ходоки от аула Калжан Ахун тоже довольны. Аким области твердо обещал решить их проблему. Главную улицу аула отремонтируют. Родион Лебедев, Ильдос Асан, Галамжан Хужаков, Турихан Хужахметов, телеканал Кыслардаг.